Давай, малышка. Не хочу. Не спорь с мамой, все должны чистить зубы. А я не все. Эй, там кто-то есть? Или это просто засор? Ого, это что, Рапунцель? А, где я? Надо отсюда выбираться. Что делаешь у нас в душе? Да ты же русалка. Ура! Стой, отойди, вдруг ты заразная. Ты о чем? Я просто хотела тебя обнять. Ну, конечно. О, а вот и выход. Пока-пока. Эй, и куда она делась? Может, если поспешить, я успею ее догнать? Не попробуешь, не узнаешь. Ух ты, как тут красиво. Привет. О, и тебе привет. Что? Кто привел сюда это? Я разберусь. Лузер. Ауч. Будешь знать, как обижать младших? Ой, ты в порядке? Да, только что-то с щекой. Дай посмотрю. Что? Усыновлена? Выходит, ты моя дочь? Не стоило, но спасибо. Устроили из комнаты отдыха. Неизвестно что. Ну что, чем займемся? У тебя что-то на лице. Оно что, не оттирается? Кажется, у нас проблемы. Идем со мной. Знаешь, я кое-что придумала. Сюрприз. Вау, это все мне? Как круто! О, это нам точно пригодится. Очиститель лица для русалок. Ты должна увидеть его в действии. Он просто творит чудеса с проблемной кожей. Вау, я чувствую, как кожа дышит. Класс. А вот очиститель задыхается. Давай положим его. Оу, пожалуй, лучше выбросить. Ну, как тебе? О, ничего себе. Да я красотка. Ну, конечно, вся в меня. У тебя такие сухие волосы. Оу. Смотри, Ариэль. Где? Фух, кажется, я вовремя. Эй, давай посмотрим, что еще есть в бьюти-боксе. Думаю, твои волосы стоит познакомить с бигуди. Что? Сейчас сама все увидишь. Забудь о косичках. С этим приспособлением ты узнаешь, на что способны твои волосы. Теперь зацепим одну прядь. Попалась. Пропускаем прядь через обмотку. Повторим то же самое со второй прядью. Ну вот, готово. Я так рада. Теперь остается немного подождать. Мне кажется, что это немного затянется. Оу. Думаю, пора снимать. Всю жизнь мечтала так сделать. Будто я самая настоящая голливудская актриса. Вау, да у тебя талант. Мы с мамой знакомы всего пару часов. А смотрите, как я изменилась. Вам нравится? Очень красиво. Мамочка, а можно мне сделать такие же глаза? Ну, конечно, милая. Давай подберем что-то стильное. Как насчет этого? Я хочу глаза рыбки. О, да, я вижу, у тебя есть вкус. В бьюти-боксе должен быть набор теней. Оу. Я все нашла. Какая ты изобретательная. Дай-ка его сюда. Рада, что вы познакомились. Наверное, он выпал отсюда. Сейчас посмотрим. Ну да. Папа решил погулять. Видимо, он не мог не познакомиться с внучкой. Нашла. Давай приложим трафарет к веку и начнем закрашивать края. Главное зафиксировать трафарет, или рыбка поплывет. Вау, так красиво. Ты меня засмущала, просто я мастер. Оу, надеюсь, у меня хватит сил на ее полное перевоплощение. Отложи пока это, дай гляну на тебя во весь рост. Это никуда не годится. Твой стиль получает дизлайк. Еще и эта юбка. Что же нам с тобой делать? Придумала. Подожди здесь. Дело серьезное. Девчонку срочно нужно спасать. Думаю, это подойдет. Мама, смотри, я осьминог. Дети такие смешные. Оставь дядю Паулу. Примери это. Мне не нравится. Честно говоря, мне тоже. Идея. Займемся кастомизацией. Сделаем из футболки топ и немного морской тематики. Сетка? О, это идеально! Я так и знала, но это не все. Смотри, что у меня есть. Тебе очень пойдет. Давай разместим пару жемчужин на сетке. Немного водорослей. Ну вот, совсем другое дело. Как же я рада! Как думаешь, чем займемся дальше? Если малышка хочет стать русалкой, ей не обойтись без хвоста. Точно. Детка, хочешь такой же хвост?
Конечно, хочу. Сейчас сделаю. Как это понимать? Ну ладно, нужно давать детям свободу в развитии. Матушки! У меня получилось. Я теперь как ты. Кажется, ты сама себя поймала. Зато ноги не видно. Это не главное, крошка. Давай сделаем тебе настоящий хвост. Когда все будет готово, тебе нужно будет окунуться туда. Давай начнем. Заливаем воду из розового моря. Добавим немного драгоценностей и ракушек. Ну и немного волшебного порошка. О, как красиво! Можно заходить? Конечно. Вау, такие необычные ощущения. Вау! Вау, у нас получилось! Просто супер! Идем, не терпится взглянуть на него во всей красе. Покажи хвост. Спасибо, мамочка! Это еще не все. С таким хвостом нужна чешуя. Если я правильно поняла, это нужно надеть на голову. Умница! Дальше я сама. Не бойся, сетка – отличный трафарет. Если хочешь, сделать чешую. Вау, так просто, а главное красиво. Да, русалки знают дело в моде. Как вам мой новый образ? Я думаю, он просто шикарен. Мам, а зачем тебе микрофон? Давай покажу. Вау, так мелодично. Хочешь тоже? Я тоже люблю тяжелый рок. Продолжай. Бэби Шарк, ту-ду-ту-ду-ту. Акула, где? Какой кошмар! Ля-ля-ля-ля! С меня довольно, я не собираюсь этого терпеть. I dance, dance with my hands. Ну, как тебе, мама? Просто замечательно, у тебя талант. Секунду, так уже лучше. Послушаем вместе Бэби Шарк. Нет, спасибо. Лучше послушаем песню Эльзы. Сперва давай Бэби Шарк. Нет, остановись. Ребята, напишите в комментариях, какая песня лучше. Отпусти и забудь Эльзы или Бэби Шарк. Посмотрим. Должно быть где-то здесь. Куда же он подевался? О, ну наконец-то. Мой сплетатель косичек. Тебе точно понравится. Плюс это куда быстрее, чем руками. Но как тебе? Сделаем вторую. Вау, это просто невероятно. Так быстро и так красиво. Только чего-то все еще не хватает, знаю. Интересно, она почистила зубы? Кажется, я уже на месте. Эй, не одолжишь пару заколок? Не поняла, что это было? Кто здесь? А вот и недостающий элемент. Это для тебя. В наборе есть еще украшения. Таких заколок больше ни у кого не будет. Бьюти-боксу нужно немного времени. Трум-трик, ты готова? Смотри. Вау! Чего мы ждем? Давай примерять. Отлично. И еще парочку. Я самая красивая русалка. Я тобой так горжусь. Эй, а это еще что? Будь осторожнее. О, нет. О, кажется, я попалась. А, позови на помощь. А. О, помощь уже здесь. Держись, я тебя спасу. Детка, будь аккуратней. Никто не заберет мою маму. Ох, теперь попробуй сдвинь меня с места. Ну, теперь можно расслабиться. Что? Как это возможно? Стой! Трон-трик, полиция, что случилось? Мама попала на крючок. Понял, никому не двигаться. Особенно тебе, стул. Спасибо, офицер Кевин. Рад служить. Вы наш спаситель. Мама, ты в порядке? Бывало и похуже. О, думаю, пора избавиться от этого. И знаешь, о чем я думаю? Кажется, самое лучшее время, чтобы вынести мусор. Приятного аппетита, рыбачки. О, а это им подарок, лично от меня. Эй, ваш заказ готов. Можете забирать. Давай 5. Ну что, плыви, моя хорошая. Ауч! Ну и кто устроил весь этот бардак? О, кажется, я догадываюсь, кто это мог быть. У меня идея. Девочке нужен органайзер. Закрашиваем жестяную банку. Теперь закатываем форму для мелков в воздушный пластилин. Отлично. Из белого пластилина скручиваем пончики. Это будут присоски осьминога. Теперь соединим их с главным стаканчиком. Трум-трик, почти готово. А сейчас возьмемся за мелки. Оборачиваем один край Play-Doh и делаем из него конец щупальца нашего осьминога. Теперь у всех мелков будет свое место. Вау, получилось даже лучше, чем я думала. Ух ты, что это у тебя? Держи, я сделала его для тебя. Из этого тоже можно кое-что сделать.
Термопистолетом заполняем попыт. У нас должны получиться маленькие и аккуратные жемчужинки. Делаем с запасом. Когда клей застынет, можно доставать. Нанизываем на одну нить с жемчужинами. По-моему, у меня получился отличный браслет. Смотри, малышка, ну как тебе? Ничего себе, ты его только что сделала? Конечно, все для тебя, малышка. Спасибо, мамочка. Ой, кажется, мы еще не ели сегодня. А можно сегодня мороженое? А почему бы и нет? Одну минутку, я наберу Трумтрик доставку. Алло, мы бы хотели заказать мороженое для двоих. Так, подводное царство, навигатор привел меня сюда. Шаг налево, в смысле, в туалет? Да уж, аренда в Трумвилле не всем по карману. Ну ничего. Надеюсь, мне спускаться не придется. Давай, полезай. Фу, это сложнее, чем я думала. Ты полезешь туда, хочешь ты этого или нет. Как бы тебя засунуть? Кажется, придумала. Думаю, так будет куда проще. Они заказывали порцию на двоих. Этого, думаю, достаточно. И комплимент от шеф-повара. Надеюсь, им очень понравится. Ладно, у меня сегодня хорошее настроение. Вот вам еще немного топпингов для вкуса. Готово! Бон вояж и приятного аппетита! Ух ты, как раз вовремя! А пахнет-то как, будешь? Что-то я перехотела его есть. Так странно, ты же сама его предложила. О, какая гадость! Может, мне подойдут вот эти? Нет, эти лучше. Ты выбираешь себе сережки? Можно мне тоже? Я даже не знаю, что подойдет тебе лучше. Как насчет этих? Ты что? Не нужно быть такой скромницей. Мы найдем что-то посимпатичнее. Кажется, я нашла кое-что интересное. Думаю, этого будет достаточно. Мы сделаем из этого сережки. Точно. Сейчас я все покажу. Ракушку изнутри покроем лаком. Трум-трик. Теперь через отверстие продеваем цепочку. На другом краю расположится жемчужина. Смотри, тебе попалась счастливая раковина. Хочешь примерить? О, ничего себе! Тебе очень идет, детка. Давай, 5. Ты самая крутая в мире. Всего за один день мы изменили мой образ от хвоста и до макушки. Больше никто не будет называть меня нёрдом. Я думаю, в школе все будут в шоке от моего наряда. Как твои дела? У меня есть еще один подарок для тебя. Диадема настоящей русалки. Вау, такая красивая. Совсем как мы с тобой. Я буду за тобой очень скучать. И я буду скучать за тобой, малышка. Не забывай про меня. Если что, ты знаешь, где меня найти. Пока. Воу! Теперь я точно стану королевой школы! Доченька, что с тобой? Ты выглядишь невероятно! Как тебе это удалось? В жизни не видела ничего красивее! Ну да, это же не твое отражение! Что? Может, я тоже хочу стать красивой? Ну за что? Ладно, это что, все очередь на вечеринку? Проходите, что встали, как смертные. Неужели это вампирелла? Заходи, а ты стой. О, а у меня билет. Вы не окажете честь? Я и без него справлюсь. О, автограф самой вампиреллы. Спасибо, ты лучшая. О, безобразие. Я думал, это приличное место. Вы потеряли клиента. Проходи, милашка. А что это у нас здесь? Я Мия, я тут новенькая. Рар, вампиры. Ха-ха, какая ты смешная. Девчонки, посмотрите. То, что ты летучая мышь, ничего не значит. Я просто хотела потанцевать вместе с вами. Держи, дорогая, вытри слезы. О, спасибо. Ну и как мне теперь туда попасть, а? 5-я группа крови. Смотрите. О, только не сюда. Ауч! О, смотри, куда летишь. Какая ты милая. О, что ты пищишь? А? Ага, это что, правда? Да, смотрю на нее. О, спасибо, мышка. Теперь я знаю, что делать. Думаю, мне это нужнее. Так... Получилось. Ого! Да тут целый план. Еще раз спасибо. Ха, я пойду. Что? А я? О, хочешь со мной? Тогда идем отсюда. Удачи вам, ребята. Сортируйте мусор. О, ну вот мы и дома.
Теперь займусь превращением. Но тут так много пунктов. Начну с самого легкого. Попробую клыки. Вы готовы, зубки? Так не пойдет. Посмотрим, что у меня есть. Напильник? Да! С новыми клыками меня точно пропустят. Оу, как это получилось? Не надо было чистить зубы каждый день. А, придется обратиться к профессионалу. Добрый день, хочу записаться. О, вау, вы что, тоже любите вампиров? Мистер Бист, что он тут забыл? Он что, тоже вампир? Я вам ничего не говорила, но да. Да вы шутите! Ребята, как вы считаете, стоматолог говорит правду? Напишите в комментариях. Прошу, садитесь в кресло, располагайтесь, мы скоро начнем. Открывайте рот пошире. Поняли? Что это? Какой ужас! Немедленно уберем это. Вы ведь не против? Мистер Бист подарил нам ирригатор. Конечно, убирайте. Супер. Открывайте рот. Видите, ничего страшного. Прекрасно. Перейдем к отбеливанию. Ну а дальше мне то, чего вы ждали. Ваши вампирские клыки. Ура! Они и вправду будут у меня, доктор, прошу! Сейчас все сделаем. Все прошло успешно. Да, просто блеск. А теперь заплатите. О, прекратите! О! Ой, это само вышло. Я не хотела. О. Как вам мои зубки? По-моему, очень даже вампирские. От этих прыщей покоя нет. Что говоришь, мышка? А? Ты принесла мне набор косметики. О, неси ко мне. Нет, на твое лицо меня не хватит. Нет, это шутка такая. Ладно, думаешь, я не заберу ее у тебя? А? Тоже мне подружка, я так просто не сдамся. Ну давай. Что теперь скажешь? Да дай же ты мне ее. Воу! Ауч! Прямо в лицо. Ай, кажется, пронесло. Ну, теперь-то я займусь своим мейком. Yes! Ха-ха. Посмотрим, что тут есть. Вакуумный очиститель. Надо попробовать. Надеюсь, получится. Присосался как вампир. Зато теперь я вечно молодая. Спасибо. Прыщи только полдела. Теперь нужно добавить бледность и гладкость. А, с девайсом это будет проще простого. Так, можно вытирать. Вау, как красиво. Теперь реснички. Просто идеально. Так, а теперь испытаем эти массажеры. Райское наслаждение. Ну что, ребята, с таким мейком меня пустят на вечеринку, а? О, после клыков и бледности можно подумать и про укус. Только я знаю, как это организовать. Эй, ребята, вы же вампиры? Что? Можно мне один укус? Пожалуйста. Бэ, я лучше себя укушу, лишь бы не видеть тебя. Вали отсюда. Эй, я слышал, тебе нужен укус от вампира. Что? Я могу помочь тебе с этим. Взгляни, оборотни, вампиры, дикие кошки. Ничего себе, да тут целая коллекция. У всего есть своя цена, тебя это устраивает? Я готова на такую жертву. Возьмите, и вот эти, если можно. Любой каприз за ваши деньги. Поближе. А можно... Ой, аккуратнее. Ну все, наслаждайтесь. Спасибо, я порекомендую вас друзьям. Он меня что, обслюнявил? Я передумала. Так, было бы хорошо выбрать подходящий наряд. А что это у нас тут? А я думала, что у меня их украли. Ого, что это? Похоже на игровой аппарат. Один раз мне уже повезло. Ну ничего себе, целое состояние. Сыграть еще раз? Давай попробуем, что в этот раз, а? Вау, я такой лук никогда бы сама не собрала. Просто потрясающе. Чего же не хватает? Сверимся с планом. Это все есть, а вот плаща нет. Ну и где мне его достать? Оу, а это выход. Точно. Ну что, скатерть, настал твой звездный час. Раз, два, три, Трунтрик. Ой, ну ничего. Так красиво, как хорошо, что я еще отражаюсь в зеркале. Эта прическа сюда не подходит. У меня есть идея. Мне понадобится все, что есть.
Волосы – это мой самый грандиозный проект. Сначала расчешем. Так. И подкрутим. Отлично. Дальше добавим косички. Хорошо, что у меня есть такой удобный девайс. Так легко. Ну и, наконец, можно перейти к завивке локонов. Уверена, все оценят. Вау, такой пружинистый. А, вы что, подсматриваете? Я еще не готова. Теперь смотрите. Ну как я вам? Я похожа на вампира. Эй, а это ты, скелет? Приветики. Стоишь тут совсем один. Не думала, что ты такой чувствительный. О, давай сделаем тебя брутальней. Потерпи минутку, я уже почти закончила. Ну вот, спасибо, что помог. Ну что, готовы найти 5 отличий? Мне кажется, это будет просто. Не думала, что тут такой ассортимент. Вот это очень красиво. А где взять столько крови? Ну, у меня есть 3-4 литра, этого явно не хватит. А что, если можно обойтись без кровавых жертв? Ну, конечно. Зачем каталоги, когда у тебя есть фантазия и руки? Тронтрик, что? Почему не сработало? Точно, это же вампирское украшение. Видно, без крови не обойтись. Пару капель, и украшение готово. Думаю, на мне оно будет идеально. Вау! Лучше, чем в любом модном журнале. А, 144 овечки, 145... О, так затекла шея. Хорошо, что у меня есть мазь. Не будем медлить. А? Фу, надо проверить ее срок годности. А еще лучше протестить подушку-массажер. Режим релакс. О, как же это приятно. 146 овечек. А. Интересно, а бывают вампиры с серыми глазами? Наверное, нет. Повезло, что у меня есть линзы для особого случая. И, по-моему, это он. Уверена, что такие глаза привлекут внимание многих. Круто, кажется, мне идет. Осталась еще одна линза. Совсем другое дело. Ой, зачем же я себя пугаю? О, нет, с такими обветренными губами лучше не выходить. Ладно, сейчас все исправим. Не хотелось бы опозориться перед другими. Так, не то. Помада. Еще и такой яркий оттенок. Ну-ка. Мало того, что этот цвет крови, так он еще идеально подходит под глаза. Значительно лучше. Нужно освоиться с новыми губами. О, Райан, надеюсь, ты не против. Заряжаю поцелуй. Муа! Эй, ты куда улетел? Оу, кажется, я зарядила себе прямо в лоб. Мия, ты в порядке? Да, мышка лучше всех. Оу. Ну что, ребята, как вам моя трансформация? Думаете, вампиры пустят меня теперь? Хотите побатлиться? Да я вас всех уделаю. Брейк-данс! О, нет! Ой, надеюсь, я его не сломала. А что с рюкзаком? Он теперь тоже станет вампиром? Ничего себе! Вот это я понимаю! Это же не только рюкзак, но и кроватка для вампира. Ха. Кажется, теперь еще и руки надо укусить. Хотя есть кое-что лучше. Тронтрик! Лови двоечку! Не то. Набор повара? Я тебя сейчас раскатаю. Ой, наверное, это перебор. Нет. Это же то, что мне было нужно. Вау! Пора свериться с моим списком. Так, это есть? Это тоже. Кажется, я готова. От скромняшки остались только воспоминания. Теперь я вампирша. Мышка, спасибо тебе огромное. Муа. Что? Ты вампир? А-а-а. Более того, я принц. О, не может быть. Может, наконец покажем им, кто тут настоящий вампир? Кто следующий? Это самый прекрасный день в моей жизни. Еще и вамп со мной. А ну разошлись, кровососы. Вампирелла, пропусти. А, ты же та девчонка. Думала, я тебя не узнаю? Ну. Ты меня не перешипишь. С дороги. Мы заходим. Для меня нет преград. Ясно? Но это же моя вечеринка. Что? Пожалуйста, перестаньте. Ха, что ты, четырехглазая? За что вы со мной так? Я этого не потерплю. Отошли от нее. Вы что, не слышали? Вон отсюда. Пожалуйста, не ешьте меня.
не переживай, ты тоже можешь стать вампиром. Держи. О, правда? Спасибо, мэм. Удачи. До свидания. Кажется, это чек-лист вампира. Если я смогу это все добыть, то сама смогу стать вампиром. О, плащ, он мне пригодится. Какой стороной его надевать? Сеньорита, это моя вещь? Не будите во мне зверя. О, кажется, бычок уже завелся. Торро! Му! О! К такому я не был готов. Укротительница плащей и тореадоров. Так? Я не дочитала. Вампиры часто собираются на кладбищах. Прекрасный урожай. Первое положительное. О, а вот они! Теперь вы меня точно укусите! Выпьем за центры донорской крови. О, нет! Вампиры! Прошу, не кусайте меня! Моя шея так нежна! А кровь моя такая сладкая! Эй, ты это видел? Давай лучше отойдем. Я стану вашей верной слугой, только укусите! Я свои клыки не на свалке нашел. О, недостаточно аппетитно! А что вы скажете на это, а? Ты в своем уме? Пора с этим заканчивать. Идем, Франц. Нет! Оу, неловко получилось. Ничего не было. О, неужели у меня получилось? О, может спать вверх ногами? Еще так голова болит. О, я уже молчу про укус. Такой глубокий. Уверена, свежий воздух меня взбодрит. Как жжется! Выключите свет! Нужно держаться от него подальше! Вау! Я превращаюсь в вампира! Разве вампиры спят в розовой постели? Нужно что-то с этим делать! И кажется, я знаю, что... Нужно сколотить себе гроб! Здорово! Посмотрим, что у меня есть! Просто замечательно! Интересно, я в него влезу, а? Ну, теперь можно и поспать. Кладбищенский холод. Думаю, никто не будет против теплого пледа, а? О, всего пару слов, и я решу вампирский кроссворд. Как же его зовут? Совсем вылетел из головы. Кто самый известный вампир? Дракура или Дракупа? Ребята, может, вы сможете мне помочь? Если вы знаете его имя, напишите свой ответ в комментариях. Чем я могу вам помочь? Я недавно стала вампиром, и мне нужны клыки. Но вы понимаете? Конечно. Присаживайтесь. О, спасибо. Хорошо. Скажите не бойтесь. Я сделаю вам самые страшные клыки. Вы уверены, что это безопасно? Можете взглянуть. О, вы не поняли, я превращаюсь не в бобра, а в летучую мышь. Уберите это. Ни слова больше. Так, еще чуть-чуть. И готово. Как вам? Стало только хуже. Мне нужны острые клыки. Ладно, ладно, только не надо плакать. Будут вам клыки. Это то, что вы хотели? Вау, даже лучше, чем я представляла. Спасибо, доктор. Теперь нужно испытать их в деле. Как насчет бессмертия? Такой крутой вампирше, как я, нужно выглядеть соответственно. Но в моем гардеробе как будто поселился единорог. Все такое цветное. Трун-трик, я теперь похожа на помощника Санты. Это не то. Может попробовать кимоно? Кьё! Убери этот кол от меня! Уже немного лучше. Но стильная рокерша тоже может подойти. О, вау! Это то, что я и искала. Пора заняться мейком. Пришлось стать вампиром, чтобы сдуть пыль с косметики. О, наведем реснички. Теперь достанем алую помаду. Чуть не забыла про верхнюю губу. Интересно, что получилось? Эй, а где мое отражение? Ну и зачем я красилась? Если я не вижу свой мейк, это не значит, что его не видят другие. Ну что, так лучше? Ага, тени? Прекрасное решение. Ну что, взгляните на себя. Надеюсь, мне удалось показать не только ваш макияж, но и душу. Слушайте, а неплохо получилось. И стрелки симметричные. О, мое обаяние отлично подчеркнут. Драгоценные украшения. Бабушка Ван Хельсинг, ты была так добра ко мне. Спасибо. Откуда этот горелый запах? Кто-то готовит курочку? О, Эдвард Каллен. Да это же я горю, потому я огонь.
Не пропадать же теперь зефиру. С корочкой. Не кровь, конечно, но тоже вкусно. Ладно, без обид, бабуля. Ауч! Как сковородка. Хендмейд украшения всегда в моде. Жемчужное ожерелье – это вечная классика. А перламутр будет отлично смотреться с моей бледной кожей. Но я не просто аристократка, я еще и вампир. Стилизую пару бусин под ручейки крови. Ага, дизайнерские украшения, которые не вызывают жжения. Просто мечта. Ага. От этих поделок и упоминания крови у меня разыгрался аппетит. О, посмотрим, что у меня осталось на кухне. Не вижу срока годности, так что можно пробовать. Макароны и кукуруза. Теперь я дизайнер не только украшений, но и еды. Ну и какой вампирский ужин без секретного ингредиента? Налью на глаз. 2 литра должно хватить. Этот томатный соус сделает вкусным что угодно. Чеснок добавит остроты и поднимет мой иммунитет. Хорошо, что в отличие от лука, от него не тянет плакать. Ауч! Это что, термиты? Больно же! Аш! Аш! Не смей ко мне приближаться! О, сегодня что, день ожогов? Уф, почему же так больно? Ну вот, испортил мне всю готовку. Но ужин ты мне все равно не испортишь. Объедение! Ролан не мог отвернуть глаз от ее красоты и изящества. О, можно мне тоже попробовать? Всего бросок? Серьезно, может, лучше книжку почитаешь, ботанша? Да ты не знаешь, с кем связался. Я тебя в 2 счета сделаю. А, смотри и учись. Слэм-данк! Из-за спины! Ха, смотри, Джордан! Прямо перед тобой! Смотри, опять пропустил. Ха, а вот так с дороги, новичок. Ха, проще простого. О, какой позор! Меня уделал книжный червь. Ты не сдался, ты уничтожен. Прощай. Есть занятия поинтереснее? Понравилось видео? Ставьте лайк, напишите комментарий и жмите колокольчик, чтобы мы в него позвонили, когда выйдет новое видео.